ученые владеют некоторыми данными, есть теории и наука. А с помощью такого арсенала можно предполагать и делать расчеты. Этим, собственно, и занимались американские физики Кип Торн и астроном Анна Жидков. Они предположили, что в космосе могут возникать гибриды красных сверхгигантов и нейтронных звезд. Вскоре такие гипотетические звездные объекты получили название «объекты Торна Жидков». Еще иногда добавляют фамилию Ландау в честь советского физика, который в 1932 году...